В жилом комплексе «Матрешка» появились чудесные каштаны. Их высадили телекомпания «Лада Медиа» и группа компаний «Эковоз». Конечно, с помощью жильцов. Приятно, конечно, что тут компания «Лада Медиа» такое активное участие принимает в озеленении, в украшении нашего двора, ну и города тоже. То, что провели интернет здесь, многие жители будут довольны, будут пользоваться. Что огромная благодарность вам. Я проживаю в 44-м доме, в ЖК «Матрешка». И на самом деле очень приятно, что компания «Лада Медиа» и «Эковоз» благоустраивает нашу территорию. У нас здесь так красивенько теперь. А также у нас появился здесь интернет и телевидение. Я уже подключилась. Высаживать деревья и благоустраивать городские пространства – одна из самых любимых акций нашей компании. Буквально на днях мы высадили 24 каштана в итальянском сквере. Нам помогали представители компании «Эковоз», общественные деятели, наши добрые партнеры и жители города. Аллею молодых каштанов мы посвятили предстоящему дню города и 4-летию канала «Тольятти-24». Еще одна зеленая аллея будет радовать глаз и поднимать настроение жителям нашего города. Я хочу сказать, что каштаны – это замечательные деревья. Год-два они встанут, будут радовать нас пышными кронами. И, конечно, хочется, чтобы было больше вот таких хороших, позитивных поводов для нашего общения, для совместной работы. И мне хочется поблагодарить наших партнеров, это группу компаний «Эковоз», наших уважаемых общественных деятелей, которые вместе с нами сегодня приняли участие вот в такой хорошей, доброй акции. Надо отметить, что это не первая совместная акция «Лада Медиа» и «Эковоза». В прошлом месяце все вместе мы высадили великолепные туи на территории Дворца детского и юношеского творчества. Во-первых, важно действительно, чтобы у нас было много зеленых насаждений в нашем городе. И ведь в этом году мы совместно с «Лада Медиа» не только усаживаем во дворах, не только сажаем лес, но мы делаем уже аллеи. Это очень прекрасно, что мы начинаем делать аллеи. 24 сегодняшних дерева, я думаю, украсят наш город. И действительно прекрасная акция, нужная для нашего города. А еще раньше, в апреле, вместе со всем городом мы высаживали и возрождали новый лес. Все это мы делаем с большой любовью к городу, а значит, подобные акции продолжатся и дальше.